Врачи перинатального центра провели уникальную операцию по переливанию донорской крови ребенку еще до его рождения. Уже завтра здоровый малыш и мама отправятся домой. Современный подход и новые методики центра позволяют не выезжать за пределы республики для проведения сложных процедур. Луиза Раджабова поговорила с врачами и узнала, в чем уникальность операции. Теперь это слезы радости о том, что маленькая Ася может и не выжить. Жительница Хунзахского района Аминат узнала сразу. Она уже сталкивалась с проблемой резус-конфликтной беременности. Еще в утробе на 26-й неделе у девочки выявили гемолитическую болезнь. Итог патологии – гибель плода. Чтобы спасти жизнь, нужно было срочное вмешательство врачей. Сказали, то, что надо делать. Пришлось нам 4 раза даже это переливание сделать внутриутробное. Хочу поблагодарить Эльвиру Марпашаевну. Она нам сделала это переливание, помогла нам. Но в данный момент чувствуем себя очень хорошо. Быть первой всегда нелегко. Благодаря молодому врачу Эльвире впервые в республике проведена операция по внутриутробному переливанию крови. Теперь у перинатального центра еще больше возможностей. Приезжали пациенты, которым нужно оказать эту помощь, и которые не имели материальной возможности, какой-то проблемы с семьей, да, и не могли поехать за пределы Дагестана. И получалось так, что ребенок, которого можно спасти, такие дети погибали, у них не было шанса вообще. И учитывая эту ситуацию, решила начать делать эти операции у нас. Начальство меня тоже поддержало в этом плане. Уникальная для республики методика работает безотказно. Сейчас ребенок чувствует себя прекрасно. Дома сестру ждут 2 брата. Если у женщины резус отрицательная кровь, а ребенок наследует резус положительный от отца, очень часто в организме у женщины образуются антитела к собственному ребенку, которые могут приводить к отторжению этого ребеночка. Значит, обычно у ребенка развивается гемолитическая болезнь плода за счет разрушения собственных эритроцитов. И спасением в таких случаях остается уникальная процедура внутриутробного переливания крови плоду. Чем раньше мать обратится за помощью, тем больше шансов на спасение и рождение здорового ребенка. Республиканский перинатальный центр и дальше намерен внедрять новые технологии и методики в своей работе. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.